Всем привет, вы находитесь на канале Мысли Вслух 2.0. Меня зовут Васильев Роман, это многодетная семья Васильевых. И сегодня у нас осталось буквально 4 дня до Нового года. Я заранее выкладывал видео про то, как я ходил, узнавал про подарки, звонил детям, как я работаю в муниципальной бюджетной сфере, что подарки нам нигде ни мне, ни жене не выдали. Мне жена тоже работает, я не помню, муниципально или бюджетно. Но, как говорят, под Новый год бывает счастье, радость. Ну, для ребятишек радость и счастье. Сегодня к нам приехала тетенька, как Андрюха говорит, с родительского комитета, со школы, с Андрюхиного класса. Андрюха уже у нас в школе учится. И Андрюха у нас чуть-чуть приболел и сейчас сидит дома. То есть, ну, у него уже начинаются новогодние каникулы. И Андрюху поздравили с Новым годом и выделили ему подарок. Огромное вам спасибо всем, кто участвовал в организации вот этого вот, как сказать правильно-то, подарка. Андрюха радостный, что про него помнят, про него не забыли в школе. Ребятишки все радостные и довольные, что Андрюхе такое счастье привалило. И сейчас я вам покажу. Ну-ка, Андрюха, иди сюда. Ну-ка, показывай. Держи. О. Вон у него. Мандаринов мешок вон какой. Я тут было в пакетике вот здесь тоже. Ну, конфет целая куча. Семен, вкусняшные конфеты? Да. Что надо Андрюху сказать? Спасибо. О, спасибо. Всем-всем-всем спасибо. Огромное. Новогодние чудеса бывают? Бывает. Бывают, конечно. И сбываются. А Семен конфетку хочет стырить. Ну, стырь конфетку у Андрюхи. А Мишка там у нас в комнате. Так что, хотим сказать, что огромное еще раз всем спасибо. Новогодние чудеса все-таки случаются. Вы находитесь на канале Мысли Вслух 2.0. Это семья Васильевых, многодетная семья Васильевых. Мы снимаем социальный сериал. Огромное спасибо родительскому комитету 1-го Г-класса нашей школы. И вот здесь под видео ставьте лайк, большой палец вверх, и подписывайтесь на наш канал. До встречи, увидимся, всем пока! Ах.